с точки зрения турнирной таблицы мы должны идти дальше, выше, очки должны набирать, это раз. Второй момент, осталось очень мало игр в этом году, и мы хотим оставить хорошее впечатление среди болельщиков и дать им оптимизма для того, чтобы на следующий год у них было хорошее настроение, и нам самим поднять это настроение надо. Мы обязательно должны свою аудиторию вернуть, и я уверен, что мы ее вернем. Есть много идей по поводу болельщиков, привлечения президента нашего. Он очень хорошо знает эту тему. Но сейчас она ситуация практически нереальная, чтобы повысить посещаемость. Во-первых, очень холодно. Не лучшая позиция наша в турнирной таблице. И мне кажется, что в этот период, в декабре месяце, никогда ее посещаемости большой не было в российском чемпионате, если взять статистику. Я считаю, что в этот период как раз нужно много игр, потому что тренироваться нет возможности. Поля, естественно, в связи с погодными условиями, не очень хорошего уровня, и на улице очень сложно находиться долгое время. Поэтому я никаких проблем не вижу, тем более, что все команды в одинаковых условиях. Если бы одна была, там играла 2-3, а другая имела больше интервал, тогда другая ситуация. А здесь все как раз правильно и нормально. Какие поля будут? Я думаю, наше поле будет в хорошем состоянии. Потому что, на мой взгляд, оно сегодня самое лучшее в стране. Но с Портнягиным достаточно сложная ситуация. Это разрыв задней поверхности бедра, мышцы задней поверхности бедра. Такая же ситуация и с Бариновым. И самое главное, очень сложная ситуация, как вы знаете, и с Тарасовым. И три игрока, конечно, выпали не очень удачное для нас время. Они практически не играли с начала сезона. Локомотив не только в этом году и до этого не очень хорошо играет с командами, которые, может быть, на какой-то период турнирной таблицы стоят ниже, чем с командами, которые вверху, это гранды. Проблема эта, она всегда была. А то, что касается Томи, я вам могу сказать, вы посмотрите матч в Тереке, они его блестяще играли. Следующий матч они в Крыльях неудачно сыграли. Наверное, играло роль и то, что удаление произошло вратаря, и было 10 человек. Но мы должны ориентироваться на то, как они играли в Тереке. Есть понимание, чего я хочу, какой игры хочу. Не всегда это получается, но есть в этом плане какая-то доля, может быть, доля невезения, а может быть, наоборот. Мы должны больше работать над реализацией своих моментов. Наверное, мы должны укрепить атакующую свою линию. Понимание есть, куда дальше двигаться.